القصص من القرآن والسنة على أولاد قبل النوم، يقص عليهم القصص، فهمت؟ نعم. ويقول لهم قصة مثلا آدم عليه السلام، قصة مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عليهم. Перед сном детям необходимо рассказывать истории пророков. Историю пророков, да, например, историю Адама, алейхиссалам, историю Ибрахима, алейхиссалам, историю пророка Мухаммада, алейхиссалам, да, или истории сподвижников. Вот такие вещи необходимо рассказывать, говорит, детям перед сном, да. То есть, чтобы было так, чтобы перед сном ребенок не начинал думать о том, что чем вы их могли запугивать, там, да, там, джинами или там бабайкой и тому подобное. Вы рассказываете им историю пророков, и все, он об этом думает, ему интересно, и так засыпает, да? نعم وتعلم الأذكار أيضا يعني يقول إذا ما يعرف يقول وحده أنت تقوله ويقول وراءك تلقنه نعم и также необходимо обучать их азкарам, да, поминанием Всевышнего Аллаха. То есть надо вот хорошо обучать, то есть вы сами произносите, чтобы они за вами то также повторяли, да?